Художник, фотограф, кинематографист, теоретик искусства. Первая кинолента программы расскажет о жизни и наследии крупнейшей фигуры мирового авангарда первой половины 20 века и одного из важнейших представителей фотографии нового видения Ласло Махой Надя. Документальный фильм «Новый Баухаус» зрители смогут увидеть уже 20 января в 18 часов. Для тех зрителей, кто знает, что такое знаменитая на весь мир школа Баухаус, мы приглашаем на наши просмотры. Если вы не знаете, что такое Баухаус, обязательно приходите, тем более, потому что это тема, которую мы видим с вами, безусловно, в журналах, в газетах, в дизайне предметов, которыми пользуемся, в мебели, в интерьере, в архитектуре, в планировке городов. Второй документальный фильм «Дави» покажут 3 февраля. Он повествует о том, как квартирный вопрос испортил жизнь в городах. Для человека квадратные метры – просто дом, а для глобального капитализма – выгодная инвестиция. Это противоречие породило конфликт, который раскручивается в мегаполисах мира. Третья картина режиссера Джесси Айзенберга «Мир у твоих ног» завершит фестиваль. Кинопоказ пройдет 31 марта. Рекламные проспекты, одно дело, красивые визитные видеокарточки города, да, туристические маршруты, и совсем другое – город пешком. Попробуем вместе с героем фильма, а он, в общем-то, уже 6 лет путешествует пешком по городу, посмотреть, что же это, как город открывается, как городская среда, насколько она удобна, насколько она комфортна. Эти яркие и актуальные картины рассказывают о том, как устроен современный город, об удивительных открытиях мегаполисов, о новых вызовах, с которыми вынуждены сталкиваться его жители. В центре каждого фильма человек, для которого городское пространство становится полем битвы, местом исследования или идеальной средой для творчества. Саровские зрители прекрасно знают, что мы очень любим тему архитектуры. Проект «Открыто об архитектуре» проходил здесь, начинался, зарождался здесь, в художественной галерее. Было много лекций по архитектуре, мы эту тему не бросаем. И вот тут и кинематограф нам как раз в помощь. Возрастное ограничение 16+. Кинопоказы пройдут с соблюдением ковидных ограничений. Маски обязательны. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.